Отходы вывозят в станицу Каневская Краснодарского края. Там есть специализированный полигон. Один большой груз вмещает более 30 тонн мусора. После выгруза мусора с мусоровозов происходит санобработка этого места, куда был высыпан мусор, для избежания запахов, для насекомых, чтобы не было, крыс. Полностью работы планируют завершить не ранее, чем через 2-3 недели. Вывести мусор могли бы и быстрее, если бы не автомобильные пробки в Джубге-Туапсе. Сейчас САК заключает дополнительные договоры о перевозках с другими уборочными компаниями. Машины приезжают даже из Краснодара. Работа ведется круглосуточно. Напомню, свалка в Дагомысе оказалась вынужденной мерой, так как сочинский мусоперерабатывающий завод не смог полностью принять все скопившиеся отходы. Однако новый в Лазаревском районе, который сможет перерабатывать от 300 до 500 тонн мусора в сутки, уже совсем скоро решит эту проблему.